дорога-то хороша. Хороша? Да. О, старались встретить. И вот вы первый епископ, который здесь митрополит осветили. Да. Все. Если что можно сделать, поговорите с этим Всеволодом. Он натравляет сейчас абсолютно всех. Кто священники нас прижали, всех куда-то под запрет. Кто, вот женщина, которой говорили вам, она всю зиму простояла на улице в клочках. У нее валенки до земли протаивают. И по сей пор не пускают в храм за то, что отреклись от Игнатия. Она говорит, так я через него к Богу пришла. И он сказал, кто священники будут ездить, и кто будет за ней ступать, все за дверями будут стоять. Так что поговорите, скажи, нам не это надо. Да, надо любовь. Ну, конечно. А это еще Западная Украина, они другого не знают. Майдан. Храни Господь. Владыка уезжает. Вот мы поговорили. Видите, враги как говорили. Он никогда к вам не приедет. Это серьезное дело, что вот вас там это из списка вышло. Никакого дела это не имеет. Дело имеет только с Богом. Вот я сейчас туда посылаю дальше. Этот, направляю, так сказать, дальше. Вот побыл митрополит Московского патриархата. Служили вместе, поминал Илариона, Русской Православной Зарубежной Церкви. А то вас теперь нету везде, как мы были. Это наш епископ. То, что мы находимся в РПЦЗ, он знает и поминал для этого. Иначе зачем он поминал Илариона? Все, за поворотом скрывается. Да благословит его Господь. Да устоит он в этих нападках. А это миссионерский отдел, это не Божье установление.